Почему так? Когда я его жду, он не появляется. Я уже устала от таких отношений. Вчера он написал, что скучает. Интересно, что он имел в виду? Он скучает по мне или ему просто скучно? А если ему просто скучно, он же все равно знает, что я его здесь жду. Почему так? Когда я его жду, он не появляется. Я уже устала от таких отношений. Сколько слов? Зачем все эти слова? Почему он просто не скажет, что любит меня? Просто любит. Я очень скучаю, когда его нет. И я очень радуюсь, когда он появляется. Мне вообще никто здесь не нужен, когда его нет. Иногда мне кажется, что я для него просто приятное провождение времени. Не больше. Разбить наш мир. Зачем вообще все это? Я уже забыла, как пахнет весна. Для меня теперь важнее всего эта жизнь. Жизнь, в которой есть он. Вторая жизнь. Знает, что я его здесь жду. Теперь важнее всего эта жизнь. Жизнь, в которой есть он. Жизнь, в которой он.
Хотя, когда он мне пишет, то я чувствую, что он меня любит. Но, может быть, я все это придумала. Как сложно.